Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек Шепард, и мы продолжаем проходить Dragon Age Inquisition. Так, я бы хотел вот тебя убить. Ну как убить? Нанести очень клевый дамаг, а потом еще и руной шарахнуть. Лучники гады отходят постоянно. Так, Кассандра пока восстановит здоровье. А, ну, в принципе, тут есть чем поживиться. И можно лагерь поставить, отлично. Сломанный мост. Этот мост разрушили не так давно. Скорее всего, во время боя между магами-отступниками и мятежными храмовниками. Да, да. Это мы уже поняли. Ай, закончились эти. Ну, вы поняли. Давай, давай, со спины, ну. Вот. Шестьсот пятьдесят два урона. Но этому все в щит пошло, а вот тому очень здорово досталось. Так, у нас там за мостом квест. И вниз можно спуститься. Территория, конечно, просто огромная. Идите и достройте все островные колонны во внутренних землях. Так, ну я даже не знаю. Давайте в эту сторону от моста двинемся. Потом уже туда вернемся. Мне просто реально интересно, что там. Лагерь храмовников. Правда, что ли? Наг бегает. There must be something here. Так, а про что он сказал, что здесь должно быть что-то? Я помню рисунок там, где был водопад нарисован, клад. Но вода так классно сделана, что я даже не вижу, где это. Может быть. Наверное, если там спуститься... Вон, вон, вижу, да, вход. Типа, как туда попасть? Тут я точно не запрыгну никак. Ладно, вероятно, надо сверху как-то туда спуститься. Как раз где эти чертовы храмовники стоят. Классный сундук. Буквально лежит на боку.
Так, я сейчас поднимусь туда дальше к храмовникам, но сначала хочу посмотреть, что тут за задание такое. Западная дорога. Опаньки. Письмо найдено на трупе. Верни, верни, верни. Сны продолжатся, пока ты не вернешь то, что взял в западную крепость. Ты будешь видеть их вечно, будешь просыпаться с криком и находить записи, сделанные собственной спящей рукой. Верни, или это сделают мои помощники. Верните украденное в крепость на западе. Сюда что ли? Редклифский ферм. Да, там уже путь к фермам, которые нам нужны по заданию. По основному, напомню, нам нужно лошадей попросить у фермера. Давайте двинемся дальше в сторону храмовников. Так, спокойно. Ах ты ж хитрый, это жопа. Запрыгнул на камень. Попробуй дотянись до него. Так, хорошо. Стоп. Ты чё, ты все заклинания использовал? Ну, ты молодец, в принципе. Сладкие пальчики меч. Так, надо посмотреть. Ну, это не кинжал, конечно, это меч, но... Меч уникальный, только воин. 78 урона. Кассандр, что ты скажешь про сладкие пальчики? Бонусы, бонусы. На 4 меньше урон. Как он выглядит? Ха, прикольно. Валда, армейский квартик. Сейчас, думаю, и в пещеру можно будет спуститься. Сначала я, конечно, тут наверху осмотрюсь. Неплохо. На продажу все сойдет.
преступника плюс здоровье. Королевский эльфийский корень. Отлично. Я только второй во всей игре, вот сейчас за 5 часов, я второй только такой нашел. Я уверен, что он очень ценен. Все, сохраняемся и попробуем спуститься все-таки к пещере. А тут еще и железа много. Очень много железа. Невероятно много железа. Я понимаю, что сейчас карта мне указывает на секретку. Я думаю, как бы мне тут спуститься-то так, чтобы прям к секретному проходу попасть. Наверное, где-то там надо. Не знаю. Попробуем. По-моему, кто-то из моих спустился вниз уже. Так, я упал вниз в самый. Да, я упал в самый низ. А как туда? Как туда допрыгнуть? Подождите. Да, я уверен. Я уверен, что я хочу взять этот... эту секретку найти. Потому что если в игре есть пещера под водопадом, эта игра сразу для меня... Я ей один балл накидываю всегда. Если вы смотрели мои старые какие-то прохождения, то вы это помните. Блин, я упал. А я ведь почти... А я почти попал куда надо. Так, хорошо, попробуем еще раз. Я думаю, не буду вас этим мучить. Как только я туда уже заберусь, мы продолжим. В общем, как туда прыгнуть, я не понял. Но я помню тогда, что было свечение. Я нажимал кнопку М, которая написана в управлении. Но я нажимал английскую, открывалась карта. Я не понимал, в чем дело. Надо было кнопочку В нажимать, и вот это поиск. Да, здесь есть какая-то добыча. Железная кора. Отменный материал первого уровня. Вероятность критического успеха при изготовлении 20%. Шикарно. Ну, а как туда, к водопаду прыгнуть, я так и не понял. Я пробовал, но у меня не получилось. Так что вот. И в принципе, я помню, что здесь была какая-то крепость, у которой я видел этот секрет. Так что давайте туда вернемся, переместимся, а потом снова добежим до моста. Итак, я вернулся на это место, и теперь... найду здесь добычу. Рецепт каменного доспеха дает бонус к уровню брони. Шикарно. Вот теперь я уверен, что я здесь взял все, что нужно. Ну и мы снова с вами у моста. Так, теперь... ну что, прямо пойдем или там справа осмотримся? Что же у нас тут есть? У нас там еще лагерь есть. Давайте сначала, наверное, астралом займемся. А потом я двинусь туда дальше, вдоль реки. Музыка такая таинственная. Что же ждет нас впереди? Так, на мини-карте там у нас подсвечивается восклицательный знак. Возможно, какой-нибудь мини-квест. Я вижу волков. Is even terrain too much to ask for? Is there a problem? Well, you might be used to tracing through the countryside, punching dragons, interrogating people, or whatever it is you're looking for this. I'm from the city. Опа! Отлично. No normal wolf would fight with such determination. The breach may have driven them mad, or perhaps a demon took command of the pack. Ну да, у них глаза были подсвечены.
Телега, мертвый человек. Письмо найдено на трупе гнома. Меня не волнует, сколько там демонов и отступников. Посылка была утеряна где-то у реки к северу от фермы. Обыщи берега и найди ее, иначе мы найдем тебя. Ага. Так, хорошо. Там печать так стоит. Вряд ли на нее кто-то напорится. Учитывая, что здесь только три волка были. Ага. Да, он крут. Так, теперь вот этот, вот этот. Давай. Да, давай его попробуем. Все, расправились неплохо. Ну, этого там совсем чуть-чуть осталось. И это просто запись мародер. Ненавижу мародеров. Хотя главный герой нашей части тоже мародером можно назвать. I doubt these were mere bandits. They moved with the efficiency of a trained group. Как думаешь, на кого они работают? Так, по-моему, тут я не поднимусь. Да, значит, придется вот обходить. Но эта штука-то где-то позади. Второго чаще. Ты о лошадей слышал? А, вот, все, подъем, увидел. Хорошо. Мы используем этот инструмент, вернемся, естественно, в рощу, посмотримся там. Сундучок. Оп. О, вот это уже будет посложнее, да? Так. Хотя нет. Типа нет, там не такой рисунок. Да. Так, хорошо. Не так. Вообще то, что тут, оно реально не очень похоже на то, что в итоге сделал я. Может быть. Да нет, ну тут чтобы второму разу через эту штуку пройти, никак не получится так сделать, нет? Разве?
Хотя... То есть, напомню, нам нужно пройти так, чтобы ни разу не встать на одну и ту же клеточку. А, ну в принципе, да. Да-да. Я просто думал, что должно быть... А, вот видите, уже нельзя. Уже нельзя, да. Так. Потому что... Получится немного. Это может с другой стороны тогда начать? Если начать с другой стороны, то не особо что-то и меняется, я бы сказал. Сюда. Но не, если я иду вниз, то я не ухожу влево. А если я иду здесь, то... В итоге я сюда вот должен прийти. Может быть... Второму разу, значит, нельзя. Ладно, я сейчас попробую это быстренько решить. Прошлое было гораздо легче. Так, ну на самом деле все оказалось гораздо легче, чем я думал. А вот второй раз я не могу сюда встать, но... Ага. А все-таки нет. Нет, так не получится. Окей. Так, все, ребят, я смог, и оказалось, что эту штуку еще и можно двигать. То есть я думал, почему она не до конца сделана. Она была в итоге до конца сделана, но просто нужно было еще вниз спускать. В общем, я решил эту задачку. Теперь все оказалось просто. А, хорошо. Я просто думал, что картинка всегда будет в полный экран сама по себе. Созвездие Драконец, в народе именуемое Драконицей. На рисунках изображается в виде летящего дракона. Недавно предметом обсуждения стал вопрос о том, является ли родиной название Древней Империи. Большинство тевинтерских изображений драконов посвящено определенным глубоко почитаемым древним богам. Поэтому непонятно, как созвездие могло быть названо в честь дракона в целом. Эта гипотеза подтверждается более ранними рисунками, на которых созвездие Драконец изображено более змееподобным. Возможно, это было некое морское существо или же неизвестный восьмой древний бог, чье имя было вымарано из хроник. Понятно. Так, и нам показали местоположение следующего. Хорошо. Так, ну, возвращаемся в рощу. Будем смотреть, что тут могу делать. Спокойно здесь такая остановка. Тут такая игра, в которой можно реально просто ходить и отдыхать, медитировать. Так, а вы чьи? Вы не наши. Push ahead. I doubt that was the last of them. Hello. Ух ты, классное место. Так, хорошо. Сага о Тирде Яркая Секира. Выбор Меркеля молот. Вот это урон! Только эта штука 100% двуручная. А у меня двуручника нет в отряде.
Я был бы рад его как раз приобрести. Инвентарь полон. 58 мисс. Ага. Ну, я возьму то, что, как мне кажется, подороже будет. Вообще, откуда тут взялись, а? Ага, то есть они уворачиваются по факту. Вот это мои атаки. Хорошо. Что-то вообще тут было? Никого не было, все было хорошо. И тут вот терраса. Тикс. Там, конечно, лагерь, но нам пока не особо он нужен. Хрустальная благодать. Хорошо. Тоже редкая штука. Так, а здесь какая-то арка. Наверняка она куда-то ведет в какое-нибудь загадочное интересное место. Где-то видим враги, да? Так, ну да, все, я уже не могу ничего собирать. В принципе, вот для этого, наверное, лагерь сейчас бы и пригодился. Так что давайте добежим до лагеря. Сделаем там точку сохранения, чтобы мы потом сюда могли переместиться. И вернемся обратно в основной лагерь. Продадим все эти вещи, нам не нужны. Продолжим свой путь. Здесь еще и птицы, это сделана статуя. Мабари. Мабари! А почему так на вас нападаю, а, Мабари? Потому что их это... брешь изменила, как я вижу. Обычно у Мабари добрый взгляд и... Блин, я помню своего песика. Последний раз, когда проходил, по-моему, меня Пса Халк звали в Dragon Age Origins. Еще как раз в прохождении было собачью кожу, я могу... Ну вот это вот все я могу брать, потому что инвентарь особо не заполняет. А вот всякие доспехи, за которые как раз могу получить деньги. Уже как... Понравилось, а? Подкрасться он хотел незаметно. Контрабандистериума. Стоп, а, успел выпить, молодец. Вон он, вижу. Вот на таких же, как я, уже иди особо и нападешь со спины. Так, у нас здесь мало преимуществ, количественно их больше. Хорошо. Низкое здоровье, все поправимо. Еще один. Еще и с магическими стрелами. Так, и все, последний Мабари, да? А нет, тут человек. Там просто Мабари где-то... А, я не могу брать кольчуги. Эх. Ну, может, деньги хотя бы у них есть. Да, все, что можно, я прихватил. Так, ну вот это была реально мощная стычка.
Так, давайте. Жог и все. Отлично. Ну, с волков, я думаю, я могу собирать себе ресурсы. Собачья кожа. Звучит, конечно, очень. Не очень. Так, вот это растение надо обязательно собрать. Я пока еще нигде не находил. Как он там? Обсидиан. Вот, нигде еще не находил. Мне, насколько я помню, 5 штук нужно для мини-квеста. You initially believed our Herald of Andraste was involved in the attack on the Conclave, yes? I did. The evidence seemed damning, given the lack of an alternative. Yet you changed your mind. You also heard the voices at the temple. Is it so surprising I listened to them? Sadly, yes. Too few invested with authority possessed the courage to alter their course. They fear the appearance of weakness. The truth is more important than my reputation. And anyone wishing to accuse me of weakness is welcome to try. Мишка бегает. Два мишки бегают. Мишка, ты хороший? Медведь. Мишка, стой. Мишка, иди лучше отсюда. Вау, он вот так встает, это такой... Че? Нифига он бешеный. Может, вы все-таки сюда пойдете, а? Нет, они пошли бить мобари, когда мы там с медведем боремся. Нормальный, нет? Бей, давай. Мага убили, отлично. Теперь на нас еще и мобари напали. Ой-ой-ой, пей. Успеешь, нет? Нет. Или успел? Нет. Давай-давай, медведя надо убить. Моего этого прикончили почти. Не, медведи слишком сильны для нас, уходим. Можно, конечно, попробовать его побить, но... Там собака танцует. Чтобы она на нас не набежала, пока мы тут деремся, что мы реально можем выиграть. Блин, постоянно надо со спины забегать. Ты еще кто, блин, такой? Давай, давай, давай. Он постоянно отпрыгивает. Да не ты одна, у нас с тобой вообще все плохо, мы держались с тобой до последнего, но я не думаю, что мы выживем. Да. Ну, напасть на медведей было, наверное, неплохой идеей вчетвером на одного. Но смысл в том, что там все, в общем, такая заваруха пошла мощная. Что мы особо не справились. Ну ладно. Будет нам уроком. Так, каменный доспех.
А третья ячейка почему закрыта? Потому что, видимо, на большем уровне откроют, или надо будет какой-нибудь специальный перк взять. Ладно, в любом случае, я сейчас отправлюсь обратно в основной лагерь, а продам всякие доспехи и прочее, что нам не нужно. Вернусь обратно в этот лагерь, и мы уже в следующей серии будем путешествовать дальше. Надеюсь, вам все нравится. Игра крутая, я прям получаю огромное удовольствие. Плюс это еще только я бегаю и воюю в основном. То есть тут мало пока что диалогов, каких-то решений и прочего. Но этого всего будет навалом дальше. Так что я просто в предвкушении. С вами был Джек Шепард. Спасибо, что были вместе со мной. Не забудьте поставить палец вверх и счастливо.